Да она есть, идея. Мы же постоянно что-то ищем. Идея что? Крепкая семья, многодетная. Все очень просто. Забота о младших, уважение к старшим. Это все было и остается. Только это по телевизору не показывают. Это другой вопрос. Поэтому идея есть, она четко сформулировала. И сформулирована не однажды, и в служении. Человек сначала должен служить своей семье, себе, самому. Потом только, там, я не знаю, городу, потом государству. Потом. Чем сильнее каждый из нас, тем сильнее мы все вместе. Нам нужна одна способность, к которой мы должны привыкнуть наконец. Объединяться не только перед лицом общего врага, но и в повседневности. В том числе подчиняясь достижению цели, это тоже возможность объединяться. Когда кто-то командует, а кто-то копает.